Добрый день, мы продолжаем проходить Diablo 2 Lord of Destruction. Как вы видите, мы находимся уже во втором городе, в Лудгалейне, и внезапно нас встречает старина Кейн. Ну что ж, если бы мы его не спасли, а мы его и не спасали, мы бы его все равно увидели. Но единственный минус, что у нас будет ожидать, это то, что он нам будет все за деньги оценивать. Ну, c'est la vie. Что ж, с предыдущей части у нас в инвентаре ничего не поменялось. Можем в этом убедиться. Так, наш уровень, наши статы, хорошие статы. Так, наши умения. Ну, как я и говорил, ничего не поменялось. Инвентарь тоже не менялся, поскольку я больше пока не ходил, не тревожил братьев-разрушителей. Ну и да, как вы видите, немного поменялся формат того, как я выкладываю видео. То есть убрал логотип, теперь видно меня. Ну, я думаю, так будет лучше и проще, чем какую-то картинку накладывать. Да. И со звуком, мне кажется, будет лучше, поскольку сейчас запись идет не, получается, с микрофона, который подавал шумы. Так, ну это все без изменений. Что ж, с Кейном говорить мы не будем. Мы с вами сейчас выполним самый первый квест, самый простой, мне кажется. Опять же, с одной стороны, сложный, поскольку не из кого будет ману выкачивать. Мы пойдем искать Радаманта. Попробуем воспользоваться нашим с вами способом быстрого пробегания до нужного места. Та-дам, нам везет. Что ж, здесь будет немножко посложнее. Так, вихрь включен, если что, я смогу укрутиться. Да, включен режим хардкор, напоминаю еще раз. Одна смерть. Прикольно. Одна смерть, и игра закончится. Мы этого не хотим. Пока. Они даже не поняли, почему я на них не обратил внимания. Ну, это их проблемы. Кстати, давайте тихо-тихо, не хочу. Воспользуемся этим. Посмотрим, что у нас тут есть еще. Здесь ничего. Пусто-пусто. Что, я ошибся, что ли? Это возможно. Не знаю, как у вас, но сейчас за бортом где-то плюс 35. Жарко, душно. Плюс еще ожидание грозы, которая вполне возможно, может быть, нас и посетит. В дневное время намного хуже. Так. Ну же, come on, покажи мне проход. Что-то мне это вызывает смутные сомнения. Кажется, я уже все пробежал, кроме... ну да, видно где. Хотел показать пальцем. В общем, нужно будет сейчас бежать куда-то сюда, в самый краешек. Там мы уже были, но не посмотрели. Что ж, сейчас мы это исправим. Так, ну да, есть спуск. Отлично. Отлично. Ну ладно, пока со звуком делать ничего не буду. Но в дальнейшем, поскольку запись звука... голоса ведется с другого источника, можно будет настройки игры абсолютно не трогать, поскольку обычно приходилось всегда игру приглушать, чтобы слышно было хорошо как меня, так и звуки игры. Что музыка, доставляющая в Диабле, мы это с вами прекрасно понимаем. Поэтому хочется использовать все по максимуму. Тем более, Близзарды, они в этом плане, как вам сказать, довольно-таки нещепетильны в плане авторских прав. И за музыку рекламу не навешивают. Так что все хорошо. И на ролике-то, кстати, тоже. То есть там у меня получается, я все-таки их выложу, как вы видели, по прохождению первой сложности. Когда... именно заканчиваются какие-то акты, присутствуют как раз вставки кинематические, кинематографические, сильно, блин, как много слов, обозначающих одно и то же, но тем не менее они были.
много их тут набралось. Ладно, я хотел забрать бутылочку. Ну, видимо, не придется мне этого делать, поскольку, как вы видели, там все очень печально. Я нашел радаманта. Это очень печально. Похоже, я еще потерял лучницу. Так, ну что ж, сейчас мы здесь подготовку сделаем. Так, иди сюда. Придется воскрешать ее. Вот-вот. Кстати, это, в принципе, первая смерть на запись моей помощницы. Обычно ее эта участь всегда миновала. Иди сюда. Готов. Что ж, возвращаемся в город. Нам нужно воскресить нашу лучницу, можно поговорить с Атмой, потому что квест мы выполняем для нее, как мы с вами прекрасно понимаем. Ну и отправляемся выманивать. Заткнись. Дорого стоит. 45 штук. Это вам не хухры-мухры. Но денег у нас очень много. Их, я думаю, можно, в принципе, тратить не только на воскрешение лучницы, но и на игру. Но играть на камеру я, конечно, не буду, если я буду использовать игры. Это я буду делать уже так, когда буду сам с собой играть. Назовем это так. На самом-то деле, конечно же, сам с собой. Это не то слово. Что ж, возвращаемся. Прокричимся. Это полезно не только для нас, чтобы время криков увеличить, но и Пейдж. Ее выживаемость напрямую зависит от моих криков. Поднимем лут, поскольку деньги нам нужны. Здесь очень хорошо травят. Хорошо, хоть у нас сопротивление яду довольно-таки имеющееся. Так что не все так страшно. Так, оттягиваем толпу за собой. Похоже, Пейдж сейчас опять ласты склеит, если мы не отбежим вовремя. Пейдж, Пейдж, Пейдж! Иди сюда! Ну же! Что он там делает? Вот ведь дурочка. Ну, наконец-то догадалась. И здесь очень сильный яд. То есть мало того, что у нас сопротивление для него очень плохие, плюс еще к тому же он как Ландериэль. Она травит. И довольно-таки ощутимо. То есть длительность действия. Что ж, будем использовать больше вот данный удар. Тем более они маги. Нам еще нужно будет разобраться с той партией, которую мы там сами насобирали волей-неволей. Так, кто-то там еще поднимает, я слышал. Эй! Вот они. Так, если у вас закружилась голова, дайте мне знать. Я постараюсь крутиться медленнее. Что ж вы? Хрустят кости, хрустят кости. Да, вторая колба маны. Это непростительно. Но тем не менее, нам это нужно. Отлично. Еще тебя убьем. Кто еще? О, какая-то зеленая вещь. Дастшворд. Шроуд. Шроуд? Интересное слово. Ну, да ладно. Сейчас посмотрим, что это такое. Вполне возможно, что-то полезное. Курточка. Отлично.
Вот туда ее засунем, пусть будет. Так, возьмем. Нам сейчас все нужно. Даже вот эта бутылочка. Я ее выпью. Пригублю, так сказать, этот напиток, состоящий из крови. Банка крови. Она моя. О, серые, прихвостни родомента. Беда с маной. Что я по нему мажу? Данный удар, он самый прокачанный по урону, вот именно, то есть степень попадательности. Видите, разница как бы 75, а если бы я крутился, там вообще 62. Как бы все-таки поболее. Но, тем не менее, как есть. Уж. Идите сюда. Я вас сейчас выманю, ребятушки. Блин. Что ж, сейчас проверим, какова дальность действия. Ты чё, один? Он один. Он зря это сделал. Нормально. Нифига у него так-то ударчики. Вы видели. Нормально. Это он так ядом хорошо травит. Сколько на него уже потратил этих колбочек? Очень много. Пошел я за зельями противоядий. Тут по-другому просто не вывести. Во-первых, так. Зельями. Дешевые зелья есть у этого торговца. У Лизандра. Так. Ну, конечно же, мана, конечно же, вот эти зелья. Так. Это пока что выгружаем. Сюда мы будем совать антидоты. Антидоты. Нормально. Свитки, у тебя их, похоже, нет. Ладно, придется обратиться к Дрогнану. Вот это я понимаю, это уже интересно. Казалось бы, такой слабенький противник, и вон что вытворяет. Что ж, идем еще раз. Где ты там, Радамент? Можно было так сильно с зельями не упарываться. Ой, что я нажимаю? Перепутал кнопочки. Ну ничего страшного. Собственно, вот. Не понимаю, на кой черт здесь лежит хорадический свиток, поскольку он не сильно-то и нужен. Вот о чем мы сюда шли. Книга. Книга, которая дает нам дополнительные навыки. Ладно, все возьмем. И скимитар возьму. Что ж. Ну что ж, такова была первая простая миссия. Давайте выслушаем благодарности Атмы. Да-да-да. Она где-то здесь шляется. Кстати, давайте посмотрим, как сейчас действует Декард Кейн. Он ведь теперь скотина. Не верите? Так, это я пока выкину. Это я выпью. Потому что... Потому. Вот, видите? Он предлагает идентификацию за 200 баксов. Это то, что два предмета, то есть каждая по сотне. Ну, как будто мы просто используем свиток опознания. То есть, если бы мы с вами его спасли, когда ходили в Тристрам, они просто
убили Гризвальда кулаком, поскалились Декарду Кейну и ушли. Вот. Но сейчас он, как и раньше, как в первой Диабле, все берет за деньги. Так что, что вы покупаете у него, что вы используете в свитке, тут все едино. Итак, что за куртка? Хм. 788. А у нашей лучницы? 696. Но! У лучницы круче броня тем, что у нее, видите, еще дополнительная защита против дальних атак. Это как бы, конечно, полезно, опять же, но она не сильно большая. Опять же, прибавка к жизни. Короче, я потестю, посмотрим, как она будет, более выживаемая или нет, вот в этой курточке. Потому что так-то по факту брони больше на ней сейчас. Ну и плюс еще защита от огня. Это бывает очень полезно. А там видно будет. Может быть, оставлю эту продам. Или наоборот. Там видно будет. Что ж, как я говорил, идем к Атме. Все. Квест выполнен. Что, в следующей части мы с вами не будем искать Кубка Радриков. Мы пойдем сразу же в логово Магота. В эту дыру, которая, ну, сами понимаете, на что похоже. И там, соответственно, уже будем заниматься поисками палочки. А потом поисками навершия. Ну, а потом пойдем искать тайное святилище, хранилище Хоразона, отбирать книжку, ну, и так далее, и тому подобное. Здесь пока данное видео оканчивается. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго.